Глава администрации Евгений Кош проверяет ход ямочного ремонта. Район Семи Ветров – одна из остановок. 10 лет здесь не ремонтировались дороги. Осенью прошлого года на объект зашел подрядчик. Подготовил территорию под асфальтирование. К счастью, жители микрорайона сейчас здесь новенький асфальт. Но не так все гладко, как это дорожное покрытие. От пытливого взгляда чиновников не ускользает недоработка. С одной стороны дорога одета в бордюр, а с другой нет. При попадании влаги внутрь этот участок не прослужит положенное количество лет. Задание главы в ближайшее время – исправить недостаток. Двигаемся дальше. В начале весны на кольце Краснознаменная Комсомольская зияла большая дыра. Здесь произведен ямочный ремонт. Бригады дорожников двинулись дальше по Краснознаменной. Сейчас ставят заплатки в районе поворота на Пионерскую. Хочу, чтобы люди понимали, наши автомобилисты, что это сделано так получилось с погодными условиями. Потому что мы не будем закапывать наши бюджетные деньги в мокрые дорогу, потому что если положить его в мокрую дорогу, то завтра, послезавтра он опять скроется, мы опять будем тратить деньги. Этого не будет. Несколько затянулся ремонт асфальта в центре Уссурийска. Дорожное покрытие успели подготовить, но осадки отодвинули работы. На сегодняшний день с помощью ямочного ремонта уже сделано около 2000 квадратных метров дорог. В дальнейшем планируем производить ямочные ремонты, которые сейчас уже начались. Примыкание было сделано с улицы Некрасова по улице Кирова, Стемерязева. Сделали примыкание. Вот. А сейчас продолжаем вырезку старого асфальта. Ситуация на дорогах округа складывается непростая, не скрывают в администрации. Чтобы увеличить темп работы, на объектах трудятся 3 подрядчика. Ямочный ремонт пока в приоритете. Асфальтирование дорог продлится до самой осени. Ольга Муравьева, Никита Файзулин, Телемикс.